В низовье реки Щедерты приступили к попуску воды из канала Каныша-Сатпаева. Благодаря этой процедуре поддерживается природный баланс и экологическое равновесие территорий, прилегающих к бассейну реки. Мои коллеги продолжат. Из канала Сатпаева в нижнюю часть зоны Щедерты-Улинте была подана вода. Если в прошлом году объем воды составлял 80 миллионов кубических метров, то в этом году с учетом погрешности 2021 года израсходовали 120 миллионов кубических метров воды. Если в предыдущие годы был падеж рыбы из-за малых объемов, мы уверены, что в этом году будет положительный эффект. Озера Уликоли, Басентин заполнены. Наша главная цель – сохранение близлежащей экосистемы, орошение поймы, наполнение озер с уменьшенным руслом. Благодаря попуску воды будет затоплено 21 тысяча гектаров земель в Экибастузском, Окольском, Паскамыском, Жилаулинском, Жолбалдинском сельских округах. Готовность канала стопроцентная. Значит, но канал требует реконструкции, потому что эксплуатируем 55 лет канал. Его запустили, первая вода пришла в 65 году. В город Экибастуз и до сих пор работает. Оборудование, как говорят, 60-х годов, нужна, значит, модернизация. По словам специалиста, канал еще может проработать максимум 2-3 года. Всему оборудованию необходима реконструкция. Цена вопроса – 67 миллиардов тенге. Раиса Моргунова, Самал Каликазы, Аман Баймбет, Киртес Акпарат из Экибастузской сельской зоны.